видео на канале, предназначенном для взрослых коллекционеров. Здравствуйте! С вами Алексей Неизвестный, главный фанат Мегаблокс на Ютубе. 2008 год считается весьма неоднозначным в сообществе, особенно это касается великих героев Тоа. Многих из них можно назвать воистину спорными наборами, но является ли таковым по хату Фантока? Сейчас узнаем. Справочную информацию о наборе вы видите на экране. Теперь давайте-ка рассмотрим его подробнее. Последний раз Тоа Нуу были выпущены в наборах аж в 2002 году. Теперь же они получили адаптирующие к окружающим условиям броню от Артахи. Эту сюжетную особенность можно обсуждать долго, но не очень понятно, почему при адаптации не осталось никаких элементов, хоть толика напоминающих броню Нува. Более того, у всех фигурок сильно изменились пропорции. Галли сгорбатилась, а Нуу выпрямился и похудел, а Пахату стал приземистым и широким в плечах. Подобное строение использовалось ранее в Конгу Мари. Детали корпуса интересны, и мне не очень понятно, почему Лего больше никогда их не использовали вообще нигде. Можно сказать, что подобное строение больше подошло бы Ануа, но как по мне, и для Пахату в условиях эпохи и никоподобного строения оно подходит. Ибо если сделать строение аналогичным предыдущим итерациям данного персонажа, получится проклятие, которое сложно развидеть. Канохи Какама сильно преобразилась за лето. Некоторые сравнивают ее с Канохи Вахи из-за оранжевого цвета и отсутствия верхней части. Хотя вообще, как по мне, стоит воспринимать маску именно целиком с визором, который появился в прошлом году в серии Мари. Это подходит персонажу, который нынче вынужден большую часть приключений проводить в полете. Дизайн маски никак не похож на Какаму Нува, но зато благодаря общей форме и воздуховодам на щеках напоминает мато-версию Канохи. Все то в этом году так или иначе сменили свою цветовую гамму. Пахату это коснулось больше всего. Теперь его гамму составляют метру серый и оранжевые цвета. Такая расцветка скорее подошла бы Тоону Пару, но и Пахата она тоже идет. Рыжих деталей всего 7 на весь набор, но они большие и яркие, создают необходимый контраст. Я бы все же хотел видеть бежевый цвет вместо серого, но метру серый является общим для Тоу этого полугодия, такова была дизайнерская задумка. У всех наборов этого полугодия всего две функции. Прикрепление моторна на заднюю часть фигурки при помощи специальной детали, а также метание снарядов. У Макут это были раскалывающиеся капсулы с тевыми пиявками, которые они метали из груди. А у Тоа это доведенный до совершенства метатель заморов под названием Skyblaster Midek. Пушки огромные, стрелять из них удобно. Однако, на мой взгляд, они не всем идут в полной мере. Благо, у Пахату она закреплена на плече, из-за чего он смотрится внушительно и мощно, как и положено Тоа камня. Но главная фишка набора является основное оружие Тоа. Щелкающие клешни, превращение и становящиеся пропеллерами, при помощи которых Пахату летает. Это просто потрясающая функция, с которой я могу играть часами. Чем-то функционал напоминает оружие Титана 2005 года, но сделано попроще. Но это никак не отменяет эффектности и играбельности. Если немного схитрить, то получится зафиксировать детали в одном положении, и при вращении получится эдакий бур, которым Пахату может атаковать Макут. Особенно мне нравится это оружие тем, что оно неплохо репрезентирует когти 2002 года. Сравнение Пахату Фантока с Пахату Мата. Сравнение с Пахату Нува. Сравнение с Капака Фантока. Сравнение с Человеком-Пауком из Мега Блокс. Своего Пахату я не покупал целиком, а собирал по деталям, поэтому некоторые элементы не того цвета. Главным минусом набора можно назвать разве что хрупкие суставы, характерные для всех наборов этого года. Но у Пахату сокеты выполнены в метру сером цвете, а в такой расцветке они встречались и ранее в безумно огромном количестве. Так что я своему сразу заменил эти детали на аналогичные 2004 года. На внешний вид не влияет, функционирует хорошо. Благодарю за внимание, подписывайтесь на канал, на мой паблик ВКонтакте, там уже почти 1300 человек. Заходите в блог и до новых встреч. Пахату Фантока.